Да, добрый день. Ася, только очень кратко, пожалуйста. Да, постараюсь. У меня два вопроса. Первый вопрос связан относительно наращивания военного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. По итогам Шушенской декларации, подписанной 15 июня, Турция и Азербайджан дополнили концепцию «Одна нация, два государства» стратегией одной армии на две страны. Получается, самая большая армия страны НАТО и Азербайджан, который является самой сильным в военном плане в регионе Южного Кавказа, объединяются, обсуждают возможность создания натовской базы в городе Гинджа. В это время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет об окончательном мире в Карабахе и готовящемся мирном договоре с Арменией. В таком случае против кого направлен такой мощный военный союз, который создается, и какие меры может предпринимать Россия по укреплению военного паритета на Южном Кавказе? И как под вопрос, видит ли Россия угрозу со стороны Азербайджана и Турции в плане возможного открытия объектов военной инфраструктуры вблизи границ России? Вы знаете, мы комментировали эту тему достаточно подробно, у меня нет дополнений к нашей позиции, мало того, ее подробно осветил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким Минделом в Анталии 30 июня. Наша позиция четко была изложена, добавить к этому нечего.